Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую очаровательную салфетку. Эта салфетка пользуется большой популярностью. Я вязала ее уже очень много раз, отправляла во многие страны мира, от Австралии до США. Посмотрите, какая она нарядная. Салфетка состоит из 25 рядов. Это видео будет состоять из двух частей. В первой части мы с вами свяжем рядов 15-16. И во второй части будем довязывать ее до конца. Размер такой салфетки у меня получился 38 сантиметров. Я ее блокировала, но не крахмалила. Она и так хорошо держит форму. Вязала из ниток пихорка белое кружево, это 100% мерсеризованный хлопок, в 50 граммах 475 метров. Крючок использовала 1,25. Салфетка очень нарядная, я думаю, вам понравится такая салфетка. Вязать ее несложно, просто нужно быть повнимательнее здесь вот на кайме. Серединка вяжется очень просто. Вязать эту салфетку я буду из пихорки белое кружево. Это 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах 475 метров. Ниточка тоненькая. Я захотела, чтобы моя салфеточка была изящной, воздушной. Крючок буду использовать 1,25. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко, в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. 1 воздушная петля. Арка. И в колечко провязываем 14 столбиков с накидом. Между ними арочки из одной воздушной петли. Итого у нас получится 15 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Провязали последний столбик с накидом. 1 воздушная петля. И делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. Делаем соединительный столбик в арку. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. И в следующую арку провязываем столбик с 2 накидами. Мы с вами выполнили сплит начальный из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, 3 воздушные петли арка. 1, 2, 3. И вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Первая ножка в ту же арку, куда мы провязывали вторую ножку последнего сплита. Провязали первую ножку, 2 накида, и вторую ножку вяжем в следующую арку. Провязали накиды, 3 петли, закрываем. Итак, 3 воздушные петли арка, сплит, первая ножка в ту же арку, куда и вторая ножка последнего сплита. 2 накида, вторая ножка в следующую арку, закрываем, 2 накида, 3 петли,
Закрываем. И так вяжем по кругу. Подходим к концу ряда. Вяжем последний сплит. Первую ножку я провязала. Два накида. И вторую ножку вяжем в ту же арку, откуда у нас выходила первая ножка начального сплита. Закрываем. Три воздушные петли арка. И соединяем вершину начального сплита. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 15 сплитов из двух столбиков с двумя накидами и 15 арок из трех воздушных петель. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик в следующую воздушную петлю. И еще одну. До середины арки дошли. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас начальный столбик с двумя накидами. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Мы начинаем делать арку. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в пятую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5 делаем соединительный столбик. У нас получилась такая петелечка на конце. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Мы с вами еще раз повторим потом, не переживайте. Так, и делаем сплит из двух столбиков с двумя накидами. Так. Два накида сделали. Первую ножку вяжем в ту же арку, откуда у нас выходит вот эта цепочка наша. Провязываем два накида, две петли. Снова делаем два накида и вторую ножку вяжем в следующую арку. Провязали два накида, три петли на крючке, закрываем. Сплит готов. И вяжем вот такую же арку. Итак, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это первая половинка арки. Далее 5 воздушных петель. Можно вот эту петлю сразу заприметить. В нее мы будем соединять. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту петелечку делаем соединительный столбик. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И делаем сплит. Первую ножку в ту же арку. У нас там уже есть одна ножка. И вторую ножку с двумя накидами столбик в следующую арку. 3 петли закрываем. Вяжем самостоятельно, встречаемся в конце ряда. Так, провязали последнюю арку и делаем сплит. Два накида, провязываем первую ножку, закрыли два накида, вставляем крючок в четвертую петлю подъема. Вытягиваем ниточку и закрываем. Вот такой сплит у нас получился. Последний. Третий ряд у нас готов. У нас вот таких 15 арочек. Вяжем четвертый ряд. Делаем соединительные столбики в каждую воздушную петлю вверх по цепочке. Поднимаемся в колечко. Ниточки тоненькие.
Сколько тут столбиков у нас получается? Все, дошли до колечка, делаем соединительную петлю сюда. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. В это же колечко провязываем еще один столбик с накидом и еще один. Итого 3 столбика у нас получается. Далее 6 воздушных петель арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на следующую арку. И вот в это колечко вяжем также 3 столбика с накидом. В серединку в его. Первый столбик с накидом. Второй. Третий. Провязали. Далее 6 воздушных петель арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 3 столбика вяжем в следующее колечко. И так вяжем по кругу. Провязали последнюю арку из 6 воздушных петель. И делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Соединили. 4 ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик. В этот же столбик провязываем еще один столбик с накидом. В следующий столбик вяжем 1 столбик с накидом. И в последний, в третий вяжем 2 столбика. Итого у нас получается группа из 5 столбиков с накидом. Провязали 5 столбиков. Далее арка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую группу из 3 столбиков вяжем в первый столбик 2 столбика. В следующий 1 столбик с накидом. В следующий 2 столбика. Итого 5 столбиков получилось. Далее арка из 5 воздушных петель. Провязали. Итак, вяжем по кругу. Встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель. И делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Вершину начального столбика. 5 ряд у нас готов. Вяжем 6 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик. В этот же столбик провязываем столбик с накидом. В следующие 3 столбика вяжем по 1 столбику с накидом. И в последний, в 5-й вяжем 2 столбика с накидом. Провязали. Итого 7 столбиков у нас получилось. Далее арка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И на следующей группе из 5 столбиков вяжем в 1 столбик 2 столбика с накидом. Следующие 3 столбика вяжем по 1 столбику. 1. В следующий 1 столбик. И в следующий. И в последний, в 5-й столбик мы провязываем
2 столбика с накидом, итого 7 столбиков у нас получается. Далее идет арка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку и соединяем вершину начального столбика. Соединили. Шестой ряд у нас готов. Вяжем седьмой ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В этот же столбик провязываем столбик с накидом. Далее вяжем 5 столбиков по одному столбику в каждой. Один. В следующий столбик тоже один. Еще. Четвертый столбик и пятый. Они у нас по одному. Так. И в последний столбик, в седьмой, мы провязываем 2 столбика с накидом. Итого у нас получается 9 столбиков. Далее арка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И в следующий вот этот треугольничек, в следующие 7 столбиков мы также делаем 9 столбиков. В первый последний по 2, а в 5 средних по 1. Вяжем самостоятельно. Провязали последнюю арку из 3 воздушных петель. Соединяем вершину начального столбика. Седьмой ряд у нас готов. Вяжем восьмой ряд. 3 воздушные петли. В этот же столбик вяжем столбик с накидом. Следующие 7 столбиков провязываем по одному столбику. Провязали и в последний столбик вяжем 2 столбика. Далее идет арка из 2 воздушных петель. 1, 2. И в эту же группу провязываем также. У нас получается 11 столбиков. Далее арка из 2 воздушных петель. И так вяжем по кругу. Провязали последнюю арку из 2 воздушных петель и соединяем вершину начального столбика. Восьмой ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом. Сделали вот такой переход. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В начальный столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, это арочка. Пропускаем 2 столбика. И в следующий вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли, арка, 1, 2. Теперь пропускаем 1 столбик. И в следующий вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли. Теперь пропускаем 2 столбика и в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. Столбик с накидом в арку. Итого у нас по этой стороне треугольничка провязано 4 столбика накидом и 1 столбик в арку. Давайте еще раз провяжем.
2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем столбик, в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 2 столбика, в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2, пропускаем 1 столбик, вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, в следующий столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом в арку из 2 воздушных петель. Встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арочку из 2 воздушных петель и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Девятый ряд у нас готов. Вяжем 10-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик. Далее 3 столбика в арку, 3 столбика с накидом. Теперь провязываем арку из 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем арку и в следующую вяжем 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом в следующий столбик. В следующую арку вяжем 2 столбика с накидом. Столбик с накидом в столбик. В арку вяжем 2 столбика с накидом. Столбик с накидом столбик и в следующую арку вяжем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Итого у нас раппорт: в первую арку 3 столбика, во вторую 2 столбика, в третью арку 2 столбика и в последнюю, в четвертую, 3 столбика. И в каждый столбик с накидом, вот 3 столбика, провязываем по столбику с накидом. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Далее идет арка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку. И в следующую вяжем 3 столбика с накидом. И продолжаем вязать вот такую же комбинацию. Встречаемся в конце ряда. Итак, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 групп из 13 столбиков. А вот 15-я группа у нас рассоединенная. Мы в последней группе мы 4 столбика провязали в начале ряда и 9 столбиков провязали в конце ряда. Теперь делаем соединительный столбик. Вершину начального столбика с накидом. 10-й ряд у нас готов. Вяжем 11-й ряд.
3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом. На следующих двух столбиках вяжем сплит из двух столбиков с накидом. Итак, первую ножку в следующий столбик, это столбик с накидом не до конца, и вторую ножку вяжем в следующий столбик. 3 петли, закрываем. Сделали убавочку из двух столбиков с накидом. В следующий столбик вяжем столбик с накидом 1, 2 воздушные петли, арочка 1, 2, и в следующую арку из 5 воздушных петель вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли, 1, 2, в следующий столбик вяжем столбик с накидом. Далее вяжем сплит из двух столбиков с накидом на двух столбиках. Первая ножка в следующий столбик и вторая ножка вот в третий столбик. Убавочка у нас. Следующие 7 столбиков провязываем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. Далее делаем убавку. Первую ножку в следующий столбик, вторую ножку. Закрываем. И в последний, в 13 столбик, вяжем 1 столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Столбик с накидом в арку. 2 воздушные петли, арочка. И также вяжем в первый столбик 1 столбик с накидом. На следующих двух столбиках у нас убавка, сплит из двух столбиков с накидом. Далее идет 7 столбиков по одному в каждый. Провязали 7 столбиков, далее убавка на двух столбиках, первая ножка, вторая ножка, и в последний столбик вяжем 1 столбик с накидом. Так, вяжем по рисунку. Провязали последний столбик. И делаем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Соединили. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 2 воздушные петли. 1, 2. Это первая ножка сплита. Накид в следующий столбик. Вершину сплита провязываем вторую ножку. Сделали убавочку. В следующий столбик вяжем 1 столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В столбик с накидом вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, и сюда же вяжем второй столбик с накидом. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3.
Следующий столбик вяжем один столбик с накидом. Теперь на следующих двух столбиках мы делаем убавку. Первую ножку провязали, в следующий столбик вторую ножку, столбик с накидом не до конца, 3 петли закрываем, провязали. Далее вяжем 5 столбиков с накидом по одному в каждый столбик, 1, 2 в следующий, 3, 4 и 5. Далее у нас идет убавочка на двух столбиках. Первая ножка, вторая ножка. 3 петли закрываем и в последний столбик вяжем один столбик с накидом. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же столбик с накидом. 3 воздушные петли. Давайте еще раз провяжем вот этот треугольник. Итак, в первый столбик 1 столбик с накидом. Далее на двух столбиках у нас идет убавка. Теперь 5 столбиков с накидом. 5 столбиков, теперь убавка, 1 столбик с накидом в последний столбик. Так, вяжем по кругу, встречаемся в конце ряда. Провязали последние 5 столбиков с накидом и делаем соединительную петлю в вершину начального сплита. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у нас будет вторая ножка сплита. Первую ножку мы свяжем в конце ряда. Далее в следующий столбик мы вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли арка. Пропускаем арку из 3 воздушных петель и в следующую из 2 петель вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли, и в эту же арку провязываем еще один столбик с накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3. В первый столбик вяжем 1 столбик с накидом. На следующих 2 столбиках делаем убавочку. Сплит из 2 столбиков с накидом провязали. Далее вяжем 3 столбика с накидом, следующие 3 по одному в каждый столбик. Далее идет убавочка. И в последний столбик 1 столбик с накидом. Давайте еще раз провяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3 арка. В среднюю арку провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом.
провязали, далее 3 воздушные петли и вяжем также 1 столбик убавка, 3 столбика убавка, 1 столбик. Встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали вот средние 3 столбика с накидом, и нам нужно сделать убавочку. Вторую ножку мы уже сделали, вяжем первую ножку. Итак, сделали накид, вяжем столбик с накидом не до конца. Теперь вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема, подхватываем нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот такая убавочка у нас. 13 ряд готов, вяжем 14 ряд. Давайте сделаем соединительный столбик в следующий столбик. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Далее идет арка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Следующую арку пропускаем и в среднюю провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Итак, вяжем в первый столбик 1 столбик с накидом. На следующих 2 столбиках идет убавка. Сплит из 2 столбиков с накидом. Далее 1 столбик с накидом. На следующих 2 убавка. И еще последний столбик с накидом. Провязали. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в среднюю арку из 2 воздушных петель провязываем 7 столбиков с накидом. Провязали 7 столбиков. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И здесь также вяжем столбик с накидом, убавка, столбик с накидом, убавка, столбик с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний сплит, убавку. И делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Четырнадцатый ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, провязали. Далее 4 воздушные петли, арка. 1, 2, 3, 4. Теперь в следующий столбик, в первый, вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Провязали первый столбик с накидом не до конца. Сделали накид. В этот же столбик вяжем второй столбик с накидом не до конца. И третий. 4 петли закрываем. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующий столбик, во второй,
Вяжем такой же кластер из трех столбиков. Первый столбик, второй столбик, третий столбик с накидом. Закрываем. Провязали 2 кластера. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. И в следующий вяжем кластер из 3 столбиков. Провязали 2 воздушные петли. В следующий столбик вяжем такой же кластер. В последний, в 7 столбик. Что у нас получается? Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Переходим вот на этот треугольничек и вяжем в первый столбик, столбик с накидом. На следующих 3 столбиках делаем сплит из 3 столбиков с накидом. Итак, первый столбик не до конца. В следующий столбик вторая ножка и третья ножка в следующий столбик. 4 петли закрываем. И в последний столбик провязываем столбик с накидом. Давайте провяжем еще раз. 4 воздушные петли арка. 1, 2, 3, 4. В первый столбик вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Провязали 2 воздушные петли, вяжем кластер в следующий столбик. Далее идет арка, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика и в следующий вяжем кластер из 3 столбиков с накидом. Две воздушные петли и в последний столбик вяжем такой же кластер. Четыре воздушные петли и теперь вяжем в первый столбик, столбик с накидом. Дальше идет у нас тройной сплит, первая ножка. В следующий столбик вторая и третья ножка. Закрываем и в последний столбик вяжем столбик с накидом. Так вяжем по рисунку. Подошли к концу ряда. Провязала последний кластер, арку из 4 воздушных петель. Дошли вот до этого треугольника, вяжем его вершину. В первый столбик провязываем столбик с накидом. В следующие 3 столбика делаем сплит из 3 столбиков с накидом. Это все по рисунку мы вяжем. Закрываем. И теперь делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Вершину начального столбика с накидом. Пятнадцатый ряд у нас готов. Вяжем 16 ряд. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас начальный столбик с 3 накидами. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это арочка. И в промежуток между 2 кластеров в арку вяжем столбик без накида пико из 3 воздушных петель. 1, 2,
Так, 1, 2, 3. И делаем соединительный столбик в вершину последнего столбика без накида. Сделали пико. И в эту же арку вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку из 3 воздушных петель мы вяжем 4 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Третий. Четвертый столбик с накидом. Провязали 3 воздушные петли арка. 1, 2, 3. И теперь в арку между кластерами провязываем столбик без накида, пико из 3 воздушных петель. И сюда же второй столбик без накида. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3, арочка. Сделали 3 накида. И вяжем столбик с 3 накидами в следующий столбик с накидом. Провязали 3 накида и вяжем столбик с 3 накидами в вершину сплита. Сделали. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида и вяжем столбик с 3 накидами сюда же в вершину сплита. Три накида, вяжем следующий столбик с 3 накидами. Провязали. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И также вяжем в арку между кластеров столбик без накида, пико из 3 воздушных петель, соединяю вершину последнего столбика без накида, соединительной петлей и столбик без накида в эту же арку. Провязали 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку из 3 воздушных петель вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли. В следующую арку вяжем столбик без накида, пико. Столбик без накида сюда же. 3 воздушные петли. В следующий столбик вяжем столбик с 3 накидами. В вершину сплита вяжем столбик с 3 накидами. 5 воздушных петель. Вершину сплита столбик с 3 накидами. И в следующий, в последний столбик вяжем столбик с 3 накидами. Вот, повторили с вами раппорт 2 раза. Теперь давайте вязать до конца ряда самостоятельно. Подошли к концу ряда.
провязали последнюю арку из 5 воздушных петель. Делаю последний столбик с 3 накидами в вершину сплита. И теперь делаем соединительную петлю в 5 столбик, в 5 воздушную петлю в вершину начального столбика с 3 накидами. Соединили. 16-й ряд у нас готов.